О том, что такое чудо, герои нашей программы знают не понаслышке. Кто-то с нетерпением его ждет, а кто-то уже совсем отчаявшись получает такой подарок судьбы неожиданно. Для Екатерины Временниковой чудом и вовсе стал человек, которого она никогда не знала лично, который никогда не видел ее, который однажды просто стал донором костного мозга и буквально спас девушке жизнь. Когда у Кати обнаружили онкологию, это словно выбило из-под ног почву. На тот момент она испугалась даже не за себя, а за своих деток, которые могли остаться без мамы. Поначалу врачи ставили ей диагнозы, которые не имеют ничего общего с раком, а тем временем девушке становилось все хуже. Даже процедура МРТ во время обследования казалась ей невыносимой. С насколько тяжелой ситуацией столкнулись медики, они поняли только тогда, когда Катя легла на операционный стол. Ну, чтобы не расстраивать маму, насколько мне плохо, как мне плохо, я, ну, скрывала это состояние. Она говорит, как ты себя чувствуешь? Я говорю, да, нормально. Но она замечала, потому что я ходила, и мне настолько было больно ходить. Она говорит, у тебя странная походка. Я говорю, да нет, ну, как бы все равно же, говорю, чуть-чуть там тянет. Ну, вот, отнекивалась. Ну, наверное, она что-то чувствовала. И потом еще вот этот момент пандемия. У меня уже была назначена операция, я прошла все обследования, ну, которые необходимы были, сдала все анализы. И тот профессор, который должен был меня оперировать, он на карантине был 2 недели. Я как поняла, что он не болел, ну вот просто самоизоляция была такая. И за это время еще у меня брали гистологию, то есть я опять была в клинике, и я постоянно почему-то вот за этот диск МРТ, я всем твердила, посмотрите, пожалуйста, потому что вот тот узист, который меня смотрел в Черкесске, вот, которая сказала, что нет, тебе будут говорить, что это киста, это самое простое, что нет, там что-то не то. Все равно эта мысль сидела. Но, естественно, когда тебе говорят, ты прошел МРТ, казалось бы, да, и УЗИ, то есть, ну, где МРТ, где УЗИ, ты все-таки думаешь, да нет, тебе же сказали, все хорошо. И тем более я спрашивала у людей, которые сталкивались с онкологией, а видно ли по МРТ? Все говорили, да, однозначно, сразу скажут. Ну, то есть, но, тем не менее, что-то вот меня как-то, я не знаю, не то чтобы я чувствовала, ну, в общем, я всем твердила, посмотрите, пожалуйста, мой диск. Заключение я не давала, ну, вот на бумажке, которую мне дали, я его не показывала, мне было важно, чтобы каждый посмотрел сам. Вот, да-да-да, мы посмотрим, да-да-да, вот, приходит гистология, все хорошо, думаю, все классно. Опять говорю, вы диск смотрели? Да, да, это киста. Тем более, ну, гистологию тоже брали под наркозом, то есть у меня там внутри все смотрели, все хорошо. Ну, хорошо. Такая вот. Проходит 2 недели, а мне становится все хуже, хуже, и очень уже болела даже не в том месте, где вот изначально, а уже с другой стороны. И я прям начала ощущать вот выпуклость какую-то. Он выходит с не с больничного, а самоизоляции. Я приезжаю к нему, говорю, все, не могу, пожалуйста. Мне, говорю, очень плохо. Опять, ну, между этим у меня были кровотечения снова. Я ему все это рассказываю, он меня смотрит. Получается, говорит, ой, это узел, там, миома воспалился, вот он у тебя уже так выпукло, это он. Причем, я не знаю, почему он не отправил меня снова на УЗИ, но, честно, на тот момент... И я сама не додумалась, ну, потому что мне было настолько плохо, мне уже хотелось сказать, помогите вот прямо сейчас, здесь, вот сделайте мне эту операцию, и все, избавьте меня просто от этих болей. Вот, и что-то как-то мы вот, ну, хотя там УЗИ же месяц действительно, вот, оно, в принципе, еще было не просрочено, но то, что мне хуже, как бы в идеале, как мне потом сказали, нужно было еще сделать УЗИ. Вот. Но он не сделал, и я была у него в субботу, он говорит, все, в понедельник мы тебя кладем, и во вторник ну, в срочном порядке оперируем. Ну все, я выдохнула, думаю, наконец-таки. Когда меня положили уже, я сразу же попросила мне какое-нибудь сильное обезболивающее вколоть, потому что вот эти вот всякие порошки, что только я не пила, мне уже ничего не помогало. Еле-еле мы доехали, все, меня положили. И вот день операции, она длилась у меня около 4 часов. И вот с этого момента все и началось. Когда это уже с их слов, они меня уже разрезали, когда они увидели все то, что творилось внутри,
это было, конечно, для них шоком. Там уже был и гной, и все воспалено, там просто и поражены участки органов, вот, и просто они не ожидали то, что они увидели. Они все это отправили на гистологию, причем мне, естественно, никто ничего не сказал, они уже знали, что там что-то нехорошее. Да, мне говорили, что все хорошо, причем мы уже потом думали о том, что ладно, вы мне не говорите, ну сказали бы хотя бы маме, да, ну чтобы там ищите клинику там или, ну потому что когда я видела уже потом, когда я получила стекла, свои заключения, они уже отправляли, они ставили предположительный диагноз, вот, ну естественно под вопросом, подтвердится или нет. Я ждала 10 дней, поехала домой, меня выписали. И опять же, у меня у знакомой была подобная операция, причем у нее миома была гораздо больших размеров. И я спрашиваю подружки, говорю, ну как там девочка? Она говорит, да ничего, 4 дня прошло, говорит, на работу пошла, бегает. А я понимаю, что я далеко не бегаю, и мне очень плохо, и что, ну, это не преувеличенное мое состояние, я действительно так себя чувствую. Мне хуже и хуже, и я стала замечать, что у меня растет живот. То есть я, естественно, ну, похудела, а животик такой внушительный, то есть даже одежда вот в ногах мне огромная, а в животе очень давит, мне очень больно и плохо. Думаю, ну, странно, почему? Ситуация не прояснялась, даже усугубилась, когда Катя отправилась на обследование в Санкт-Петербург. Страх, неизведанность, невыносимая боль. Казалось бы, как такая хрупкая девушка смогла справиться со всем этим? Екатерина признается, что все это стоило огромных сил. Когда мы приходим к гематологу, он даже еще не дослушав, вообще не выслушав меня, он так смотрит на анализы, на мои, и просто начинает звонить кому-то. Ну, мы сидим, и тишина, то есть он с нами не разговаривает, он просто звонит, что-то читает, сколько вам лет, и все. И он начинает звонить, а оказывается, он звонил главному врачу в институт имени Петрова. Вот, получается, тот ему отвечает, у нее есть час, чтобы приехать, а это было 5 вечера, вот, а он работает до 5, главный врач, ну, он говорит, я ее подожду за час, ну, короче, есть у нее час, он такой говорит, у вас есть час, чтобы поехать туда, мы такие, да, хорошо, он такой, вам там все расскажет, но он видит, что мы вообще не понимаем, я не ожидала, я же говорю, я летела с пакетиком, просто, ну, вот, просто к врачу, как бы вот сказать, там, у меня такая беда, здрасте. А тут так все быстро, мы приезжаем туда на такси, я помню, мы летели, приезжаем, и он начинает смотреть, там, этот диск МРТ, он когда его открыл, он говорит, так вот же, говорит, видно, что это опухоль, говорит, какая киста. Он нам показывает, говорит, вот опухоль. И вообще, ну, он очень ругался на то, что меня прооперировали, мне нельзя было это трогать, потому что лимфому не лечат оперативно, ее лечат только химиотерапией. А потом уже, когда химиотерапия добивает ее, там уменьшается опухоль и так далее, уже можно оперировать, если это необходимо. Ну и то, в принципе, ну, химиотерапия. А получается, процесс они запустили, они тронули ее, и поэтому со скоростью света у меня выросла новая опухоль на весь живот. Поэтому у меня был вот такой живот, оказывается, и он просто в шоке, он очень ругался, он смотрел мои анализы, это был четверг вечер, то есть он мне говорит о том, что он спросил, есть ли у меня дети, я говорю, да, он говорит, хорошо, потому что, ну, потом, возможно, там, вы не можете иметь детей, но, говорит, времени там что-то там замораживать или что-то там оставлять у нас просто нет. Он тут же звонит заведующей отделения, вот где смотрит, я не знаю, лаборатории. Вот, он говорит, у нас даже нет времени на пересмотр стекла отправлять, то есть это неделя-две, у нас нет этого времени. Мы сидим, вот я просто сидела в шоке. Он говорит, так, берете стекла, вы привезете, хорошо, я их взяла. Вот опять же подсказали, потому что, ну, все как в тумане. Мы идем, нас через служебный вход проводят к этой заведующей, в ее кабинет, она при нас в микроскоп смотрит эти стекла, звонит ему, говорит, да, он говорит, это тот диагноз, это, получается, был уже третий пересмотр стекол. Вот, потом, я не помню, куда-то нас еще отправили. То есть, естественно, уже у всех рабочий день закончен. Я, конечно, благодарна и в шоке была от
того, что происходит. Бывает ли так, да, вот быстро-быстро, допустим, вот четверг мы у него были, в пятницу меня уже госпитализируют, просто проводят там обследование, МРТ головы, там всего тела, и снова КТ с контрастом, и куча анализов, и даже, допустим, на тот момент были правила, ты приходишь, сдаешь на ковид, вот, допустим, сегодня, а завтра тебя госпитализируют, если все хорошо. Мне утром взяли ковид, тут же его сделали, то есть в тот же день меня положили, в субботу я уже получала химиотерапию. То есть настолько все быстро, по звонкам там смотрели мои анализы, мой костный мозг, взяли биопсию. Я помню, когда я зашла в палату, конечно, у меня вообще в принципе стресс. И тут я вижу всех этих людей в шапочках, и ты такой заходишь, и не понимаю. Я честно, вот для меня, не знаю, вот что мне говорили, то я и делала. Я была как робот, наверное. Я ничего не понимаю, куда меня привели, что мне делать. Мне тут же говорят, так как у меня, ну, на тот момент, я признаюсь, я ничего не читала про свое заболевание, вообще абсолютно. Я не читала протокол, по которому меня будут лечить недавно, только я наткнулась. И хорошо, что я, кстати, не читала, потому что недавно я наткнулась и прочитала, что вот моя лимфома, она высокоагрессивная, что там сроки неделя, вот в том состоянии, в котором я была, вот максимально неделя. Потом, что она может перерождаться в лимфобластный, острый лимфобластный лейкоз, поэтому я так думаю, что у меня постоянно брали костный мозг, смотрели. Вот, и то, что мой протокол, меня лечили по протоколу, который лечит вот острые лимфобластные лейкозы, и у меня была доза, ну, просто огромная. Невыносимые боли, постоянный стресс. Все это Катя пронесла на себе, когда проходила ударную дозу химиотерапии. Она не хотела ни с кем говорить, есть, спать. Порой даже не хотелось жить. Все это время ей давали силы только мысли о детях, которые ждут ее дома. Меня посадили на наркотики, потому что, ну, терпеть это все, ну, у меня уже не было сил. Я за неделю похудела на 10 килограмм, ну, если учесть то, что я уже после операции была очень худая, то я, когда потом уже увидела себя в зеркале, а там такие, там не нужны свои вещи, там дают свои пижамки, которые ты меняешь каждый день. Они такие достаточно широкие, ну, пижама и пижама, если учесть, что я вообще не купалась, не чистила зубы, ну, то есть у меня не было сил, у меня даже было тяжело встать просто с кровати и сесть. У меня такие были головные боли, что, я же говорю, я вот так лежала, так закрывала голову, ни с кем не разговаривала. И когда потом, спустя, там, может быть, недели две, я думаю, надо же там вроде в душ сходить. И я когда увидела вообще свое отражение, я, конечно, расплакалась, если честно. Вот, просто одни кости были. Я как бы высокая, и весит 47 килограмм, ну, такое себе. Вот. И вот химия, это была постоянная рвота днем и ночью. То есть я не знала, что во сне могут люди вот рвать, так сказать. Я просыпалась от того, что у меня она открывалась. Я не могла кушать, когда я не воду, ну, в общем, ничего. Мне все давали через капельницу, все лекарства. И когда врачи уже понимали, что, ну, то, что дают внутривенное питание, ну, оно особо не, ну, как бы не помогает. Мне уже, конечно, поставили зонд и кормили меня вот через нос. Вот. И то первое время, и, ну, организм не справлялся и с этим. То есть все равно у меня была тошнота, и рвота. Они уже просто, я не знаю, спасибо им большое, повозились, конечно, со мной от и до. Я очень благодарна вообще, в принципе, за вот эту оперативность. И благодарна своему врачу, потому что мне было сказано, все хорошо у тебя, так и должно быть, там, это лечится, ты выздоровеешь, все будет супер. А уже потом я узнала, что врач вообще, в принципе, никаких гарантий не давал моим родным. То есть сказали, ну, мы не обещаем, она в таком состоянии, что, возможно, ну, как бы, ждите, да, худший исход. Я, конечно, не представляю, что услышать такое. Но я же говорю, хорошо, что я этого не знала. Вот, были, конечно, минуты. Был всего, наверное, один раз, когда вот мне было настолько плохо, что
я, наверное, просила Бога не просыпаться. За это мне, конечно, стыдно немножко, в первую очередь перед детьми, за свою слабость. Ну вот, но настолько я устала, настолько было плохо. Вот. И в тот момент, когда вот я думала об этом, мне прислала дочка сообщение. Вот, конечно, дети меня поддерживали просто. И она написала, что «Мама, ты мое сердечко, я так жду тебя, и я бы все отдала, чтобы ты была дома рядом со мной». Вот. А когда я это прочитала, я просто, я дала себе слово, что как бы мне не было тяжело, что бы ни происходило, как бы больно мне не было, я все смогу, что у меня дома мои дети. Это в первую очередь, они меня ждут. Вот. И вот, наверное, они меня очень, они моя мотивация просто во всем. И после я ни разу не давала себе слабину. Вот, морально было, конечно, тяжело, вот, и самое тяжелое, наверное, это разлука с ними. А все остальное как-то вот я даже особо потом и не плакала. Так, где-то ночью, иногда, так вот старалась как-то держаться. Вот, и все получилось, как на тот момент мне казалось. Там ей ковидом заболела, в общем, было весело. И вот первая пересадка у меня случилась в декабре 2020 года. Mm-hmm. Вот. Тяжело было очень, это не химия, ну, не обычная химиотерапия, это там дают, ну, высокодозная химиотерапия, которая убивает полностью твой костный мозг. Вот, показатели падают до нулей. То есть, когда у тебя ноль лейкоцитов, это, ну, ты просто как тряпочка лежишь, опять же, нет сил ни на что. И получается, тебе делают пересадку, и организм как бы перезапускается. Вот. Делали первый раз своими же клетками. Вот. То есть их берут, когда ты уже в ремиссии, их собирают, замораживают и ждут вот своего часа, так сказать. Вот. Сделали мне пересадку. И как-то так быстро меня отпустили, потому что было предновогоднее время. Мне, помню, еще врач говорит, ну, ты здесь остаешься. Я говорю, пожалуйста, у меня уже слезы. Я говорю, меня так ждут дети. Я говорю, пожалуйста, можно мне домой? И он такой, нет, нет. А потом меня все-таки перелили там тромбоцитами, эритроцитами, сделали переливание. Он меня отпустил домой. Говорит, так, ну, в случае чего, если что, сразу к своему гематологу идешь. Я говорю, да, все хорошо, обещаю. Екатерина старалась провести с детьми как можно больше времени, ценила каждый миг. И хотя не допускала никаких негативных мыслей, страх, что любой миг может оказаться последним, не мог выйти из головы. Поначалу все было хорошо, Екатерина вышла в долгожданную ремиссию, но, как оказалось, ненадолго. Именно тогда врачи заговорили о донорской пересадке. Болезнь вернулась. Конечно, был шок. 3 месяца. То есть это ранний рецидив, очень ранний рецидив. Тогда, я помню, я полетела с детками. И, ну, естественно, слезы у меня потекли. Но не было какого-то такого прям шока. Ну, тихо, мирно слезы текли все равно. Вот, я пошла на прием к главному врачу снова. Он мне говорит, ну, рецидив. Я сижу такая в шоке. Он такой, все, не переживай, все будет хорошо. Ну, нужна пересадка, только теперь донорская. Вот, до этого уже был разговор за донорскую пересадку. Ну, решили попробовать вот пойти этим путем. Ну, как показало, что ничего не помогло. Вот, а так как мне уже искали донора до этого, вот еще в самом начале, он говорит, ну, в России нет, но мы, говорит, еще раз будем смотреть Россию, мало ли. Вот, но там такая-то, такая-то сумма примерно, причем мне тогда озвучили примерно 2 миллиона, вот, ну, естественно, что ты говоришь, конечно, мы будем искать эту сумму, вот, он говорит, не переживай, он прям при мне начал звонить врачу, спрашивать вес, они мне заказали препарат специально, ну, который вот под мою болезнь после рецидивов. И все, вот закрутилось, завертелось еще на 1.5 года вот эта вся история. Я легла в больницу, пролежала там месяц. Вот он говорит, ну, прогрессирования нет, можно полететь домой, и как бы мы уже занимаемся вот донором, всем поиском. Ну, я такая счастливая, тоже не ожидала, я летела на побольше, думаю, ох, классно, месяц, да что тут, или 1.5, ну что-то такое.
там, где полгода, да, и тут полтора месяца, и я дома. Прилетела, я помню, еще никому не сказала, дети там в шоке, опять слезы, обнимашки, вот. Ну и через месяц я нащупываю у себя шишку, ну и понимаю, что это оно снова. Я пошла здесь на УЗИ, но они такие: ой, мы не знаем, что это такое. К врачу тоже, ну, странно, нет, не знаем. Ну, я, конечно, предполагала. Ну, не пойти к врачу тоже как бы не могла. И тут у меня очередное обследование ПЭТ-КТ, и его еще, помню, отложили. Я еще так радовалась, если честно, у меня было на начало июля ПЭТ-КТ, и мне звонят, что-то там у них сломалось, и меня переносят на конец июля. Я понимаю, что я, естественно, попадаю снова в больницу, ну, как ни крути. И вот этот месяц, думаю, все, я дома, я с детьми, лето, ну, я проведу его еще дома. Думаю, ну, уже как будет, так и будет. Естественно, я делаю ПЭТ-КТ, естественно, это опять рецидив. Я иду к главному врачу, он говорит: бегом биопсию. Я улетаю домой в четверг, он говорит: мы максимально быстро сделаем биопсию. Ну, то есть они понимают, что это оно, но лимфома имеет такое вот свойство, она как бы может как, ну, перерождаться. Ну, в общем, может быть, это становится другой лимфомой, там же их подвидов 82 штуки, по-моему, не знаю точно. Вот, то есть, чтобы назначать лечение, нужно обязательно брать биопсию. У меня берут биопсию, то есть я в четверг улетаю домой, в четверг я дома, мне в пятницу уже звонят, говорят: ну, мы бегом-бегом посмотрели, тебе нужно вылетать обратно, срочно, бегом, времени нет. В воскресенье ты уже, мы записали тебя на мазок, ну, вот, перед госпитализацией. Я только прилетела, ну, конечно, опять сборы, я не помню, а тут школа, я бегом, мне так хотелось, я, ну, в позапрошлом году, получается, ребенка не собрала в школу, мне так хотелось поучаствовать. Я говорю: дочь, побежали, мы бегом, что успеваю, то покупаю, как-то. И вот я улетела, когда в августе, и началось снова вот это вот лечение. Донора мне очень долго искали, не могли найти. Нашли сначала в России, там как сначала находят потенциального донора, потом его проверяют, более там, сначала делают типирование, потом двойное типирование, как бы более серьезно смотрят все вот эти вот показатели, ну, на генетическом уровне. Вот, и мне доктор моя говорит о том, что, ну, нашли потенциального, но он по некоторым показателям, ну, тебе не очень подходит. На такую пересадку я не пойду. То есть и так большие риски, а так ты можешь просто стать инвалидом. И, ну, зачем нам это нужно? Нет, давай искать все-таки, да, зарубежного донора. Я говорю: да, конечно, ну, вам виднее. Я настолько ей доверяла. Вот, и начинают его искать, это все долго, я очень переживала, что все-таки не найдут, но она уже говорила все как есть, то есть она мне не говорила там, ну, не найдут, ну, ничего, она мне сказала, что если не найдут донора, то просто, ну, она будет возвращаться, вот как она возвращается, болезнь, она будет возвращаться, а там уже сколько выдержит организм химии, ну, как бы. Вот, еще она сказала, есть еще один шанс — CAR-терапия, но опять же, в России там, ну, крайне мало проводили, то ли 5 раз в год именно взрослым сделали. Вот, то есть опять нужно ехать за рубеж, это Китай, либо Германия, есть еще Израиль, ну, в общем, говорит, можно еще это попробовать. Ну, я такая думаю, ну, еще хотя бы один шанс есть, ну, и то радует. Донора нашли в Германии. Невероятное счастье, большая надежда. Все это на тот момент посетило каждого, кто так или иначе имел отношение к этой истории. Ожидание донорского костного мозга было максимально тяжелым испытанием, но в итоге Катя справляется со всеми испытаниями по сей день. Пересадка прошла успешно. Сейчас наша героиня снова дома. Проникшись историей Екатерины Временниковой, вся наша съемочная группа надеется на лучшее. И мы уверены, что после стольких испытаний все обязательно будет хорошо.